Вот кого ничего не беспокоит, кому всегда хорошо, может спать целыми днями, а потом уже ночью начинает бегать. У него тоже карантин. Вот муж тут мне советует, что сказать. Ёсенька. Ну, вот дрыхнет. Дрыхнет. Счастливый у него сон, похоже. Спокойный. Ничто его не беспокоит. И никто. Никакого подвоха он ни от кого не ждет. Потому что мы его все любим. Как ребенок. Только носик у него вот красный. А сам он такой вот серебристый. Белый, серебристый. Буди, не буди, не проснется. А вот услышит какой-нибудь шорох и соскочит. Испугается. Трусливый кот. Всего боится. Перенес шок в детстве. Да, в детстве перенес шок. Он у нас кастрированный котик. Еще раз он это не переживет. Все, глазки открыл. Глазки открыл. Один глаз открыл, другой. Прищуренный. Полина пришла. А вот там пришла доченька с тренировки. Доченька с тренировки пришла, и котик сразу испугался. Вообще. Очень сильно испугался. Дочка, потому что его тискает, целует, как ребенка. И поэтому он убегает от нее. Когда она хочет ее взять на руки, он убегает, прячется, куда-нибудь забьется. И все. Но иногда очень даже спокойно рядом с ней лежит по настроению. Вот такой малыш у нас котик. Доченька, иди сюда, я тебя тоже. Давай, иди сюда, я тебя. Котику подойди, я тебя тоже вместе с котиком. Садись. О, вот, пришла, целует малыша. Она говорит, что это его братик. Братик Иосиф. Да, Иосенька, сестра пришла. Ну все, пойдем ее кормить. Все.